Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, мы сегодня продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 4. Четвертое, тексты 6 и 7. Тексты 6 и 7. Да. С одной стороны, шестой текст без комментария, седьмой текст с комментарием, но очень маленьким, он на доске, но темы он затрагивает очень и очень широкие, глубокие и очень важные. Шри Шука Убача. Шри Шукадева Госвами сказал: «Упагухья». А, не положено сначала с переводом. «Атмаджам эвам рудатья». Ше. «Упагухья атмаджам эвам Рудатья Дина Динават. А я читастам винир бхартьясья. Я читастам винир бхартьясья. Хастада чичхи декхалам. Шри Шука Убача. Упагухья атмаджамебам. Рудатья дина динават. Я читастам винир бхартья. Хастат ачичхи декхалам. Шри Шука Убача. Упагухья атмаджамебам. Рудатья дина динават. Я читастам винир бхартья. Хастад ачичха декхалам. Итак, быстро с переводом. Шри Шука Увача. Шри Шукадева Госвами сказал: «Упагухья, обняв атмаджам, дочь, эйвам, так, рудатья, плачущей девоки, динадинават, очень жалобно, как есть, очень жалобно, как если бы она была самая несчастная женщина». Я читах умоляем мы, я читах умоляемый, там ее девоки, винир бхартья обругал, хастат из рук, ачичхиде вырвал ребенка. Калах, крайне жестокий Камса. Итак, литературный перевод и комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Шукадева Госвами продолжал: «Обнимая свою дочку и рыдая,
Деваки умоляла Камсу: «Оставите этого ребенка». Но жестокий Камса обругал Деваки и вырвал девочку у нее из рук. Комментарий. Хотя Деваки плакала, словно бедная женщина, на самом деле она не была бедной. Вот почему в этом стихе употреблено слово «диноват». Деваки уже родила Кришну. Кто же теперь мог быть богаче ее? Даже полубоги пришли к Деваке и вознесли ей молитвы. Однако она играла роль бедной, несчастной женщины, достойной жалости, потому что хотела спасти дочь Яшоды. Почитаем шестой текст. Я прочитаю. Нанвахамте хьявараджа динахата сута прабху датумархаси мандая ангемам чарамам праджам. Перевод. Господин мой, брат мой, я потеряла всех своих детей, но ведь я твоя младшая сестра, и тебе следовало бы подарить мне обездоленной этого последнего ребенка. Омагьяна тимирангасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха ванчхакалпатарубьяшча крипа синдхпяевача патитанам паванепхё вайшнавепхё намо намаха. Намо Вишну падая, Кришна приштая бутали, Шримати бхакти веданта, свами динамини. Намасте Сарасвати деви, Гаурабани прачарини, Нирвишеша шуньявади, Ашатя дешатарини. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, еще раз перевод. Шукадева Госвами продолжал. Обнимая свою дочку и рыдая, Деваки умоляла Камсу: «Оставите этого ребенка». Но жестокий Камса обругал Деваки и вырвал девочку у нее из рук. И эта предыстория уходит туда. Началась она еще на заре творения, на самом деле. Маричи – это сын Господа Брахмы. Господь Брахма – творец этой вселенной. Он – полубог, один из великих праджапати. И у него родилось шестеро сыновей. Шатгарбхи их называли. Итак, Шатгарбхи были внуками самого Господа Брахмы. Они уже подросли. Полубоги очень быстро растут. Сразу после рождения начинают расти. И очень быстро это делают. Они подросли. И однажды, а Господь Брахма творил, Он творил в поте лица своего. И однажды Он сотворил прекрасную дочку, очень красивую, очень красивую. И вожделение охватило Господа Брахмы. Это случается, это случается. В связи с этим шастры, мы уже слышали с вами, наверное, не раз, советуют
получить ведическое образование и быть культурным и воспитанным человеком. Быть культурным, воспитанным человеком означает, что каждый мужчина должен смотреть на всех женщин, кроме своей жены, как на мать, как на матерей. Второе, воспитанный человек. Прабхупада иногда говорит, что это джентльмен, настоящий джентльмен. Он смотрит на всех женщин, как на своих матерей. Второе, к чужому богатству, золоту, драгоценностям, деньгам он относится как к мусору, испражнениям, валяющимся на дороге. И третье, качество джентльмена, воспитанного человека в ведической культуре, это он относится, воспринимает чужую боль и страдания как свои собственные. И вот, продолжим. И Господь Брахма был охвачен вожделением, никуда не денешься, он мужчина. Играет роль мужчины. Мы знаем, что на самом деле, по большому счету, существует только один мужчина, и это Кришна. Все мы, дживы, татастха, шакти, относимся к категории пракрити, то есть той энергии, которой наслаждаются. И вот он погнал, завожделел. А вот все женщины и девушки, они, живя свою жизнь в женском теле, знают, что природа так устроена, что женщина, девушка, уже достигшая зрелости, они чувствуют, какими глазами на нее смотрят мужчины. Так или не так? И они всегда чувствуют, что этот мужчина вожделенный, и он на меня смотрит, как на объект чувственного наслаждения. Или же он культурный, воспитанный человек. И так она увидела сразу дочь. Она же выросла сразу. Мы знаем, да, уже. И она почувствовала это вожделение, обернулась в олениху и стала убегать. А он обернулся, брахман, в оленя и погнался за ней. А эти шатгарбхи, дети, маричи, внуки Господа, брахман, они смотрели на это и весело засмеялись. Сказали: о, что этот старик утворяет? И вот это все было их преступление. Та история отдельная, мы ее оставим на сегодня. Что этот старик? Все, что они сделали, эти шатгарбхи, они посмеялись над старшим, И брахманы это сразу же определили и прокляли их, чтобы они родились демонами. И вот эта гордость этих шатгарбхи, гордость и желание унижать кого-то, дало основание брахманам сделать такое проклятие, что они стали олицетворенными вожделением, гневом, жадностью, иллюзией, безумием и завистью. Все, что дальше. Вот они олицетворяют эти пороки, на самом деле, эти анардхи. И в следующей жизни они рождаются внуками. Вы уже слышали это? Кого? Они рождаются детьми каланеми величайшего демона в то время. И внуками, а каланеми был сыном Хираньякашипу. Это зарятворение. Это сатья-юга, когда демонов здесь на земле было всего двое, Хираньякша и Хираньякашипу. И так и получилось, что Каланеми был сыном этого величайшего
демона Хираньякашипу. Историю не будем повторять, мы знаем, кто он такой. И они, будучи внуками Хираньякашипу, не очень его любили почему-то, хотя и были демонами, детьми Каланеми. И они решили совершать суровые аскезы для того, чтобы стать бессмертными, подобно тому, как это делал в свое время Хираньякашипу. И они пошли поклоняться Господу Брахме. И они поклонялись, и Господь Брахма дал им благословение. Но об этом узнал сам Хираньякашипу. А в то время, когда он уже правил всей вселенной, Хираньякашипу, полубоги прятались. Те, кто не хотел служить Хираньякашипу, все прятались. Не подвергались его влиянию, его власти только трое. Сам Господь Брахма, Господь Шива и, естественно, Господь Вишну. Гуна-аватары. Все остальные полубоги боялись Хираньякашипу. И они брелись по всем углам вселенной и, грубо говоря, перебивались там, прятались. У полубогов есть одно преимущество по отношению к демонам, что они могут, демоны тоже очень могущественны и обладают мистическими способностями, но полубоги немножко в лучшем положении, они могут принимать такие формы, что они становятся недоступными демонам. И тогда, когда Хираньякашипу узнал, что эти мои негодники, внуки мои, пошли кланяться и просить благословений у кого? У кого? У Брахмы. Я Бог. Помним, да, из седьмой песни? Он считал себя Богом. И они это сделали. И он проклинает их. Я проклинаю вас. В следующей жизни вы получите рождение на земле. На земле. И будете убиты собственным отцом. Каланеми здесь пока сын его. Он проклинает Хираньякашипу, что и мой сын там будет, и вы там будете, и вы будете убиты. И вот отсюда вот эта история, как появляется Господь. Господь здесь. Мы уже не будем, много прочитано, много сказано о том, что родился он. Ну, будем говорить сначала за первую половину. У Васудевы и Деваки в тюрьме. И что перед тем, как ему родиться, рождались, было благословение, вернее, был вещий голос с небес, что восьмой сын женщины, которую ты сейчас везешь, когда он вез ее после свадьбы Деваки, убьет тебя. И он обрел сознание Кришны. На самом деле, этот демон Камса. Сейчас, в прошлом он Каланеми, отец Шатгар, а сейчас он Камса, царь могущественный. И в это время его также боялись полубоги. Мы уже читали об этом. Он побеждал их во многих сражениях. И сейчас Камса обрел сознание Кришны. Каким образом? Он все время боялся. Все время боялся, что вот восьмой ребенок придет и убьет меня. И он всю, чтобы говорится в Бхагаватам, что бы он ни делал, ел, пил, спал, все время его преследовал страх того, что появится восьмой ребенок, и он убьет меня. Вот это страх такой. Здесь говорится о страхе. И так или иначе, но чтобы пришел Кришна к Деваке, иногда вот этот вопрос задается, что разве Деваке не достойно было того, чтобы иметь очень чистое тело? Да,
я не буду повторяться, Деваки и Васудева, они превосходят, да совсем недавно мы слушали об этом, они превосходят по своей любви любовь Яшоды и Нанды. И они, совершая свои аскезы, хотели не Кришну, вспоминаем, да, а ребенка такого же, как ты, они обратились, когда пришел к ним Кришна. И это вот и есть отличие того, а Яшода и Нанда, они никогда не хотели, чтобы у них родился Кришна. Они хотели просто, тоже уже мы читали об этом, они хотели просто быть в то время на земле и служить ему, чем могут. Вот это такое тонкое отличие любви Яшоды и Нанды от, от любви Васудевы и Деваки. И чтобы очистить лона Деваки, как раз это проклятие и пригодилось здесь. Рождались эти Шатгар, олицетворенные вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие и зависть. Чтобы быть убитыми сразу же после рождения, таким образом они очищают тело Деваки. И мало того, еще мы знаем, а седьмая, восьмой же должен убить, да? А это же только шесть сгарб. Седьмым пришел Господь Баларама. Господь Баларама, Санкаршана. Он олицетворяет духовного учителя, высшего духовного учителя, И он высшая чистота. И он получил седьмая беременность, это и была именно Господь Баларама был в чреве Деваки. Но по замыслу и плану Господа в это время Рахини, другая жена Васудевы, она тоже была беременна. У нее был ребенок. Одновременно беременными были Деваки и Рахини. Одновременно были. И вот однажды ночью у Рахини случился выкидыш. Она ночью, она проснулась, была в горе. Все, вот выкидыш, все тут нехорошо. Но тут же пришла олицетворенная йога Майя и успокоила ее, сказала: Рахини, все нормально, ты продолжишь свою беременность, спи спокойно, очистила ее. И в это время йога Майя по приказу Кришны переносит из чрева Деваки Балараму. Балараму в чрево Рахини. Впоследствии Баларама там получит рождение, а здесь всем было объявлено, что седьмая беременность оказалась неудачной, Деваки потеряла ребенка, выкидыш. Но наступает восьмая беременность, и вот совсем недавно мы уже слушали об этом, и восьмая беременность, родился Кришна, я уже коротко буду. Васудева отнес Кришну через реку, через Ямуну в Гол, туда, во Врадж, землю, во власть Нанды Махараджи и мамы Яшоды. А оттуда, и там, кстати, мама Яшода одновременно родила не просто девочку одну, а родила сначала Кришну, она родила. Мы уже слушали об этом. И девочку, она двойню родила. И когда Васудева принес своего Кришну из тюрьмы Камсы, он не видел, говорится в Бхагаватам, он не видел Кришну. Но Кришна же все может сделать, не правда ли?
Он не видит того Кришну, который там уже родился. Он видит одну девочку. И он ложит на постель, мамы Яшоды Кришну своего, и этот Васудева Кришна сливается с телом Шьямасундары Кришны, который родился на земле Враджи. А девочку Йогамаю забирает и приносит. И вот об этом наша... Здесь мы подходим вплотную к этому стиху. И когда он уже вернулся, уже все, снова кандалы на нем закрылись, и Йогамая заплакала. И сторожа проснулись и побежали, доложили Камсе, что... И я специально прочту очень коротко этот «что». Что? А он и не спал в это время, Камса. Ночь была глубокая, но он не спал. И Камса вскочил, когда ему сторожа доложили. Вот оно, Кала! Верховное время, которое родилось, чтобы убить меня. С растрепанными волосами, охваченный смятением, Камса немедля отправился туда, где родился ребенок. Итак, все демоны, они читают Веды. Они знают Веды. На самом деле, все эти демоны, они приходят на землю с разных планет. Хираньякашипу и Хираньякша, мы знаем, они пришли с Вайкунтхи по плану и, собственно говоря, просьбе Господа Вишну. А другие демоны приходят, как вот сейчас мы подходим к Камсе, с других планет, с низших планет приходят, с разных мест. С разных мест приходят демоны. И вот в таком умонастроении проснулся, или не проснулся, очнулся Камса. Теперь прочитаем еще сегодняшний 7 стих. Шукадева Госвами продолжал. И вот он, Камса, ворвался и, ни слова не говоря, хотел схватить. Она взмолилась. Его родная сестра. Надо не забывать, что девки – это родная сестра Камсы. И он только что несколько стихов перед этим раскаялся, что он убивал ее детей. Но насколько важно общение, насколько он раскаялся, просил прощения, простите меня. Это, собственно, я был орудием, он знает шастры. Чем отличаются демоны от полубогов, что все знают шастры, но демоны не следуют им, желая стать самим богом, а полубоги следуют шастрам, желая служить Кришне, Богу. Вот разница. Вот разница между демонами и полубогами. И насколько важно общение. До общения со своими министрами, где он рассказал, как все произошло, он уже попросил прощения и раскаялся у своей сестры и зятя за то, что он убил 6 их детей. Но только что пообщавшись со своими министрами, со своим окружением, он изменяет решение на ой, какое противоположное. Он решает убивать всех детей в округе, в своем государстве, которые родились в ближайшие, по-моему, там 10 дней, говорится. Это позже было. Вот. А? Это было позже уже. Сначала он пытался убить Йога Майю, она это не сделала, потом он раскаялся. Ну да. А уже потом... Я сейчас не последовательно рассказываю. Насколько важно общение. Насколько важно общение. Пообщавшись, он меняет полностью свое мнение. Это к тому, что как важно общаться
с преданными вообще и с чистыми преданными в особенности. И как важно иметь, получить все-таки, принять духовного учителя и следовать его наставлениям. Итак, переходим вплотную к сегодняшнему стиху. Шукадева Госвами продолжал: «Обнимая свою дочку и рыдая, Деваки умоляла Камсу оставить ей этого ребенка. Но жестокий Камса обругал Деваки и вырвал девочку у нее из рук». Итак, здесь темы жестокость, насилие, сострадание. Темы сразу вот в таком маленьком застронуты три больших темы. О сострадании. Здесь она проявляет сострадание, чтобы спасти дочь Яшоды. Она знает, ее ж муж носил, чтобы менять ребенка. Она знает, что это все, и она проявляет это сострадание. Но это сострадание высшего порядка. Высшего порядка. Она сострадает тому, чтобы сделать Кришну счастливым. Счастливым. В современном мире тоже есть масса благотворительных организаций. Бесплатные школы и в Индии, и во всем мире. Бесплатные школы организовывают богатые люди. Бесплатное питание, ночлежки. К слову сказать, сказал ночлежки, я вспомнил, что дочь Иосифа Виссарионовича Сталина, дочь такого диктатора, да, мы знаем примерно, что это такое, она заканчивала жизнь в сиротском доме в Англии. Для малоимущих. Вот такова судьба детей великих. Итак, настоящая Прабхупада, раскрывая тему сострадания, говорит, на самом деле, если самый высший тип сострадания – это давать сознание Кришне. И он увязывает это также с темой жестокости. С темой жестокости. В то время, когда Прабхупада читал лекцию, там была страшная бойня вот здесь, в Бангладеш. Тот Пакистан, который сейчас Пакистан, раньше это было одно, по итогам Второй мировой войны, это было одно государство. Но часть вот эта, которая сейчас называется Бангладеш, они там устроили типа революцию, восстание, они не хотели такой жесткой политики, которую Америка диктовала Пакистану. На самом деле Пакистан – это инструмент в руках Америки в настоящее время против России. И там такие жестокости были. Пропади в лоб один индус, там, в Америке, задает вопрос. Оцените, что сейчас творится в Бангладеш. Это же и хочет из Прабхупады вытащить осуждение этих людей. Это же негодяи низшего. И Прабхупада прямо ответил. Они могут быть и негодяи. Они просто инструменты в руках материальной природы по приведению действия закона кармы. Когда человека убивают, когда он страдает, и это с точки зрения высшего сознания, с точки зрения сознания Кришны, это просто справедливость. Не так ли? Закон кармы. Каждое действие, которое мы совершаем посредством тела, в уме или речи, оно влечет ту или иную реакцию. Если я этими тремя делаю добрые дела, я получу хорошую реакцию для этого тела. Если я творю злые дела,
то я должен получить. И если по закону кармы я должен убить, но я должен быть убит, то это происходит. И тогда это называется закон кармы. И Прабхупада говорит, это восстановление справедливости. Ну а что же такое? А что же такое настоящее сострадание и настоящее ненасилие? Не всякое насилие, далеко не всякое насилие, это когда мы получаем повреждение, даже смерть, является насилием. Это может быть просто действие материальной природы, действие закона кармы. А вот настоящее ненасилие, отсутствие насилия, это давать людям науку сознания Кришны. Вот когда сейчас весь мир, он страдает от вот этого насилия, что люди не имеют возможности получить знание о том, что мы не есть это тело, что мы есть духовная душа, и что наше конституционное положение служить источнику всех энергий, абсолютной истине, Господу Кришне. Не вот этого знания лишено население. И это самое великое насилие. Вот оцените это с итогами мировой войны, вот кто еще помнит что-то хотя бы с истории, что вот это большее насилие не давать знания людям о сознании Кришны. Вот поскольку время подходит к концу, на этом я тогда очень можно много было бы сказать, но давайте на этом остановимся, и если есть какие-то вопросы и дополнения, можно задать. Такой вопрос. Но вы сейчас сказали, что это может быть инструментом кармы. Тем не менее, люди, которые являются этим инструментом, они могут выбирать, быть этим инструментом или нет. В какой-то степени они могут такое решение. Хороший вопрос. И что с этим? Я понял. Хороший вопрос. Когда мы рождаемся, если мы изучим священные писания, то придем к такому выводу. Когда мы рождаемся, то с нами, вот современным языком говоря, появляется флешка, которую можно просматривать на экране. Это я грубый пример. Когда мы рождаемся, мы вот запланированы по плану Майя-деви запланированы. Тогда-то родиться, тогда-то закончить образование, получить то или иное богатство, выйти замуж или жениться. Все на флешке, там картина вся идет. Там кого-то я должен убить по флешке, по плану Майя-деви. Я должен убить кого-то. И чтобы выпрыгнуть из этого фильма, который записан на флешке, я буду коротко уже, чтобы, этот человек, который убивает, он продолжает круговорот рождения и смерти, хотя и является инструментом. Но выпрыгнуть из фильма и не стать убивать, а предаться Кришне, воспевая его святые имена, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Это единственный способ выпрыгнуть из фильма и не идти уже по протаренному Майя и Деви пути. И в самом последнем комментарии к 78-му стиху Бхагавадгиты Прабхупада отвечает на этот вопрос. Мы должны предаться Кришне со словами: «О мой Господь, пожалуйста, я
уже предаюсь тебе. Очень коротко Прабхупада говорит, за одну минуту можно предаться. И там говорится, пожалуйста, переведи меня из-под власти Майя Деви, дарующей нам страдания, под власть твоей внутренней энергии, дарующей наслаждение. Да, все эти инструменты, которые совершают эти многие преступления, они в круговороте. Разгадать дальше, куда он пойдет, трудно, это и невозможно, говорится в шастрах. Но каждый может стать преданным и только в этом случае уйти извечно. Мы называемся нитья-бхактами, вечно обусловленными. Из этого вечного положения, где нас преследуют рождение, старость, болезнь и смерть, плюс тройственные страдания. Да, субъективно мы можем изменить свою судьбу только преданием Кришне. А оценивать уже каждый оценивает по-своему, в зависимости от того, на каком уровне он находится. Одни считают их, ух, негодяи, другие, обладающие знанием, это даже имперсоналисты, они по-другому уже оценивают. Уровня брахма-бхуты, духовного уровня, достигают не только вайшнавы. Вам туда. Этого уровня достигают имперсоналисты брахмавади и имперсоналисты майявади. Даже достигают этого уровня. И они уже правильно оценивают это все. Дополнение к этому вопросу. Ну, Арджуна, например, он не хотел убивать, да? Ну, как бы быть инструментом вот такого убийства. Тем не менее, Кришна ему сказал, что давай убивай. Ну, то есть я хочу, чтобы ты исполнял, ну, мою волю. И, ну, как бы интересно вот все-таки, ну, глубже понять Кришну, да, как вот он... С одной стороны, у него, ну, есть вот это... желание как-то сражаться, и вот это такая рыцарская, да, раса. Но тем не менее, он как-то вот одновременно и, ну, не привязан к этому. Хорошо, я догадываюсь окончания вопроса. В 5.29 Бхагавад-гита, 5 глава, 29 стих, где эта формула мира, где говорится, сам Кришна говорит, я единственный наслаждающийся, я единственный собственник всех материальных и духовных миров, и я единственный друг и благожелатель каждого. Вот это формула мира. Кто это поймет и примет, он уже достойный кандидат на то, чтобы стать сознающим Кришну. Когда Арджуна отказывался вступить в сражение, он отказывался от всесовершенного плана Господа по восстановлению справедливости. И мы, сознание Кришны, это и есть то, к чему мы стремимся, удовлетворять желание только Кришны. Кришна уже убил всех этих кауравов. Он ему уже и сказал там в Бхагавад-гите, что чего ты, ну, мучаешься? Вступишь ты в сражение, обретешь славу и победу и прославишься на века. Откажешься, тебя все эти великие воины, Бхишма, Дрона и другие признают предателем и трусом. Поэтому вступи в сражение, отбрось все сомнения и сражайся. Только Кришна может знать, что хорошо и что плохо, и его чистые преданные, которым он это оповещает. 15.15 Бхагавад-гита, он говорит, я нахожусь в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание вот о том, что хорошо и плохо, и забвение. Поэтому мы должны... О чем сожалел Арджуна? Как убить всех самых родных? Это, кстати, вот другой вопрос, более широкий.
Арджуне нужно было, чтобы вернуться в духовный мир, и сейчас мы немножко о нем скажем, вернуться в духовный мир, убить, физически убить, стрелами он расстреливал. Именно Арджуна расстрелял самого любимого человека, Бхишму. Он расстрелял его. Дрону там другой, ну и так далее. Он уже видел, что погибнет его самый любимый сын. Как его звали? Сын Субхадры. Абхиманию. Он уже знал, что он погибнет. До начала сражения. До начала. И тем не менее он вступил, потому что этого хочет Кришна. И мы так к этому и стремимся, чтобы исполнять не свои собственные желания, а желания Кришны. А желания Кришны. Вот это наша цель. Отбросить все личные. Сарват харман паритяджа мамы кам шаранам ража означает, что все брут. Там и про жену и детей тоже сказано. Не только уже об этом, а обо всем остальном. Если Кришна хочет, чтобы я убивал, на самом деле в Махамантре, знаете, чего мы просим? Ну, понятно, общие слова такие. О, энергия Кришны, о, Рамши Мати Радхарани, о, Кришна, о, Рама. А вот чего дальше продолжить? А? Служение. А служение это означает, сделай меня орудием в своих руках. Надо убивать тебе, убивай. И в конце одну историю просто пришла на память. И вот если мы так будем поступать, то мы вернемся назад обратно к Богу. А вот трудно из вопросов, я ни в коем случае вас не осуждаю, вы просто интересуетесь, надо это устранять. И вот представьте, что вы сделали так, как Арджуна, убили всех. В нашем случае это не надо убивать никого, запретил Господь Чайтанья напрочь. Никого не убивать, убивать только демоническое умонастроение. 16 глава с этого начинается, там расшифровывается, что многие из нас еще демоны. Мы не все преданы. Ну, это надо почитать отдельно, потому что если я так скажу, ну, я могу и почитать, но времени нет. На самом деле, многие из нас еще демоны. И вот мы вернулись. И вот Кришна со своим другом идет, вышел из лесу. В лесу было прохладно, хорошо, ветерок, птицы, все счастье. Оба счастливы, и Кришна, и вдруг солнце так греет, что Кришна начал потеть и проявлять признаки того, что ему жарко. Этот друг, пастушок, немедленно принимает форму озера. Он, все пастушки очень могущественны, практически обладают в тех рамках, в которых они общаются, могуществом самого Кришны. И вот это прохладное озеро, окруженное высокими пальмами, и вот эти хрустальные ступеньки со всех сторон, изумруды, самые дорогие камни украшают эти ступеньки, кхаты, чтобы спуститься. И сам он принимает форму этой воды, всех этих украшений и также воды. И самого его нет рядом с Кришной. Он вот там стал, принял эти формы. Это могущество Бога, оно есть и у пастушка. И Кришна заходит по хрустальным изумрудам и окунается с головой. А теперь давайте представим, что ваше тело, а это вода, это тело пастушка в настоящее время. И представьте, что к вам внутрь влазит источник беспредельного счастья и наслаждения. Сам Кришна входит. Представьте наслаждение пастушка. Можно представить? Трудно на самом деле.
Ой, как трудно это представить, но как он наслаждается, как Господь, беспредельно, когда Кришна купается, ныряет, наслаждается. Потом Кришна выходит и немедленно, мы уже раньше как-то с вами вспоминали, что любое желание Кришны исполняется немедленно. Что делается? Появляется олицетворенная личность энергии, которая исполнит все желания. Вот в данном случае пастушок, он был олицетворен, он шел рядом, и он немедленно исполнил желание. И вот вышел Кришна, и с него течет вода. Пастушок свернул все это озеро, немедленно превращается в большущее махровое полотенце и окутывает все тело Кришны, и опять то же самое. Это тело самого пастушка, оно общается, вплотную прилегает к беспредельной, абсолютной истине, источнику вечного наслаждения и беспредельно. И вот он вытирается. И так далее. Вот так исполняются желания Кришны. Что-то хотел я в конце сказать. Ну ладно, в следующий раз. Время вышло. Пожалуйста, у кого распорядок жесткий, можете уходить. А у кого-то, если есть вопросы, можете задавать, и есть желание. Спасибо за класс, Прабху. А ты сказал, что мы должны убивать вот это демоническое настроение. А Камса убивал реально. Ну, в себе, в сердце он не смог. А как мы можно убить это демоническое настроение? Вы очень вовремя задали. Я хотел это сказать, но не сумел. Прабхупаде задают вопрос. Прабхупада, а что вы вот молитесь перед божествами? Значит, он даршан, Прабхупада сложил руки и молится божествам, а потом класс. И один после класса преданный задает. Прабхупада, а о чем вы молитесь? Вам-то о чем? Ну, вот с этим подтекстом. Вам-то чего просить? Они уже знают, что он пришелец из духовного мира, чистый преданный. Он говорит, вы знаете, чем я отличаюсь от вас, или наоборот, он сказал, чем вы от меня отличаетесь? Я боюсь Майю, а вы ее не боитесь. Я боюсь упасть в материальные отношения, в материальное общение, а вы не боитесь. Вот чем мы с вами отличаемся. И вот хороший вопрос. Чтобы нам вернуться назад обратно к Богу, мы вот эту историю должны помнить. И вот эту, которую мы сегодня прочитали. Мы должны помнить, что эти шесть гарб, вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие и зависть сидят у нас в разной степени. В разности того больше, того меньше, у одного больше, у другого меньше, но у каждого оно есть все. И мы не вернемся никогда в духовный мир, пока не последуем вот этому наставлению Шрилы Прабхупады. И есть еще просто, у меня нет выписки, в шастрах есть, где говорится как раз о том, что я сейчас своими словами скажу. Мы должны убить не физически, как вы сказали, этот убивал Камса физически, а убить это умонастроение и убить все желания, связанные с вожделением, гневом, жадностью. И у нас должен, у нас должен быть духовный страх. Нас всю жизнь, пока мы не вернулись, и когда вернемся тоже,
должен страх преследовать. Оказывается, страх есть и в духовном мире. Хотите, я там прочитаю? У меня вы записаны. И в духовном мире тоже есть страх. А здесь, применительно к нашей жизни, нас должен преследовать страх свалиться в материальное общение из общества преданных. Вот этот страх должен быть всегда. И Прабхупада как раз вот этим и сказал. Я боюсь, говорит, свалиться в майю, приняв материальное общение. А вы не боитесь. Вы легко идете и общаетесь с теми людьми, с которыми... А Господь Чайтанья это подтвердил и сказал, асад сангатьяга, полностью исключить асад общения. Так можно сказать, да, этот вот страх должен быть. Тут достаточно, можно сейчас стих прямо на эту тему прочитать. По поводу... Спасибо, хороший вопрос. Еще вопрос есть? Я не слышу, Спасибо вам большое за лекцию. Разве сможем мы сами справиться, убить этих демонов в себе? Это же только Кришна может сделать. Это же все Кришна. И все эти качества тоже Кришна. Вы глубже посмотрели, чем я. Ладно, это шутка. Да. 1.2.17. Первая песня. Мы... Очень глубокий вопрос. Значит, мы на самом деле, придя в общество преданных и начав воспевать святые имена, на первом этапе, который называется Каништха-Адхикари, мы не воспеваем святые имена. Мы повторяем святые имена, это более правильное выражение. Но это повторение называется другим еще эпитетом оскорбления Господа и Его святого имени. На втором этапе, который настигается, это уже уровень низшки и выше, это уже другой этап. И там идет уже либо, как второй этап называется, либо чистое воспевание, либо, как второй это называется, вылетело из головы. Сам намабхас. Либо намабхас. И на третьем этапе только начинается это уттама-адхикари, это уже за-сакти, это уже уровень бхавы. Только там начинается настоящее воспевание. Воспевать – это значит прославлять. Только там настоящее начинается. И ваш вопрос в этом. Да, действительно, без желания Кришны это ничего не уйдет. Но чтобы, как мы знаем эту историю с мамой Яшодой, она, наверное, дальше будет, да. Дальше. Два пальца ей не хватало, чтобы... Там манюсенькая талия была у Кришны. Она пошила большую веревку и хотела его обхватить этой веревкой. А она так, и два пальца не хватает. И сколько веревок она не навязывала, там уже километры. А как только она подносила к животу Кришны, опять два пальца не хватало. И вот эти два пальца, ваш вопрос упирается в это. Действительно, Кришна уберет все. Но с другой стороны, это вот они олицетворяют. Это беспричинная милость Кришны, а это наши искренние усилия, направленные на то, чтобы избавиться. Как это Кришна делает? Он устраивает ситуацию, где мы можем вожделению, гневу и жадности подвергаться, а можем нет. Если мы исключаем, полное предание начинается с чего? Шаранагати. Оно начинается, шесть пунктов, принимать все благоприятное и отвергать все неблагоприятное. Если мы в жизни
принимаем только все благоприятное, которое благоприятствует нашему осознанию Кришны, тогда он убирает. И дойдет до пустоты, нету уже, и заберет нас в духовный мир. Но если мы в процессе своей жизни, в процессе общения действуем, слушаем, сами говорим, но действуем так, что принимаем все то, что препятствует чистому преданному служению, тогда Кришна не работает. Он не убирает из нашего ума все эти вожделения, гнев, все эти желания, связанные с вожделением, гневом и жадом. Правильный вопрос вовремя задан по теме. Да, два пальца надо помнить. С одной стороны, беспричинную милость получить, но ее только благодаря нашим искренним желаниям, направленным исключительно на обретение сознания Кришны, а проще сказать, на следовании, строгом следовании указаниям духовного учителя и Кришны. Класс Шримад Бхагаватам Кижа, Шрила Прабхупада Кижа. Гуру. Арибу.